значение имени Новожея. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Иногда они чересчур беспардонны. Особая черта, вносимая в характер согласной буквы, сдержанность, не всем открываемый внутренний мир, возникающие желания могут проявляться как импульс к действию. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Эти люди умеют организовать других людей. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Иногда владелец этого имени – это творческая личность, устремленная в будущее. Для этих людей самое главное – сохранить в неприкосновенности то, что они считают исключительно своей личной территорией. А кроме того, им необходимо затушевать собственную робость. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.